пахнет странно. Я думал, что все твои зелья пахнут странно. Ладно, пофиг, давай. Ты не меня ищешь? А может меня? Нет, меня! Что случилось? Что за визг? Матерь Божья! Ничего личного! Вы что там орёте, бесноватые? Просто беспредел. Кошмар, дети. Вот бы им ремня. Костя, а ты что у меня в глазах? Троишься? Я не Костя! Я не Костя! Я Ростя! А ну что не орать на бабушку? Что-то мне нехорошо. В глазах двоится, в ушах троится. А ну иди отсюда! И ты тоже! Эй, дети! Хватит вам врать! Это тут откуда? А это как получилось? Так, мне надо отвлечься. На-на-на, у новой Рости навсегда. На-на-на, тебе не скрыться от меня. На-на-на, новая Русь навсегда. На-на-на, тебе не скрыться от меня. На-на-на, новая Русь навсегда. На-на-на, тебе не скрыться от меня. На-на-на, новая Русь навсегда. Я вроде здесь неплохо получилось. Итак, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, господа. Мы начинаем наше шоу «Пусть трещат». И с вами я, ваш единственный и самый лучший ведущий, Малах Андреев. Приветствуйте меня! А сегодня у нас в студии Екатерина, также известная как Красоткина. Поприветствуем ее бурными аплодисментами. Ее бывшая подруга Златарева, за спиной называемая коза. Что? Ты, наверное, хотел сказать пи! Сено принести? Себе оставьте, а то в голове совсем пусто будет. Да, мы спокойно, я еще не закончил. Мне кажется, это шоу было плохой идеей. Ты при всей своей гениальности ничего хорошего еще не выдала.
В этот раз ты втянула нас в этот бред. Задумка была шикарная. Это вы криворуки все испортили. От кривоножки и слышим. Может, нам стоит вмешаться? Ты чё, бессмертный? Не могу на это смотреть. Ну и не смотри. Ну вы сами напросились. Пацаны, в укрытие, это не учебная тревога, а рекламная пауза. Я не понял, а где разгильдяев? Как им удалось выгнать его из кафешки? В прошлый раз его вообще выкуривать отсюда пришлось. Ну, хоть что-то полезное должно быть от этого гипноза. Гипноза? Да, ты Чернова решила в магии потренироваться. И как итог, у нас 2 гипнозомби. Это как гипножаба? Ну, они и без гипноза иногда жабами бывали. Стоп. Так значит, там новые красотки под настоящим гипнозом? Да. И они все сделают, что я скажу? Да. Только давай без необдуманных поступков, окей? Ладно, ладно, я ж не совсем дурак. Я не хочу свою сестру и свою девушку превращать в ниндзя. Ну или в боевых шпионов-киборгов. Ага, ты не дурак, ты идиот! Я! Хотите жить? Бегите, глупцы! Я так танцевать могу целый день. Нет, не можешь. Ну да, не могу, я уже устал. Но могу так. Перед нападением жертву не предупреждают. Тоже мне хищник-стажер. А ведь кто-то обещал мне поцелуй неделю назад. Помогите. За задержку. Простите. Я тут вспомнила еще парочку твоих обещаний. Ростя, какие чудесные стихи! И для меня какая прелесть! Мне после этого рукописного кошмара нужно будет руку помыть и глаза. Как же это романтично, правда? Что за садист это снял? Ой, смотри, какая любовь! Как романтично! Пожалуйста, 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 пожалуйста! Ладно, помогу. Вдруг мне потом лишняя почка понадобится. Добби свободен! Концерт скуки идиоты окончен. Что это? 2 билета в цирк. Обожаю, особенно клоунов. Поэтому им и подражаешь. Когда пойдем? Если не спугнешь своими криками всевидящее око занудства, то прямо сейчас. О, Чернова, ты-то мне и нужна. Ну я... Так рада, что можешь помочь Коле? Знаю, знаю.
пытаюсь выжить. Книги еще никому не навредили. Ну, значит, я буду первый. Совсем? За дуб дубовый меня держите? Да у тебя что, не знаешь, что вы там еду прячете? Что вы, если это еда, то только для мозгов. Ладно, проходите, а то я тут с вашей библиотекой сейчас сериал свой пропущу. Нет, нет, спасибо, мне не тяжело. У меня просто руки отсохли, но своя же ноша не тянет. Рость, осторожней. Что-то мне подсказывает, что ты не за меня волнуешься. И в какой из этих книг наша шоколадка? В пятой. А подробнее? Ты не запомнила? Это была лишняя информация. Мой желудок с тобой совсем не согласен. Нашел! А может пополам? Ага, ремня вам пополам! Марья Ивановна, вы офигели! Чего? Нет, ну серьезно, ваши пранки переходят уже все границы. Афиногенов, ты заболел? Потому что я после таких слов не накажу тебя, если только у тебя температура под 40. Я совершенно здоров, а вы слетели с катушек. Ты что? Может, это не Марья Ивановна? Мы же точно не знаем, а ты так оскорблять. Это точно она, смотри, как растерялась. Так, мне надо срочно выпить зелье забытья. И что это с вашим одноклассником? Он один среди приличных девушек совсем одичал? Точно, я ведь с самого начала знал, что вы все сговариваетесь. Решили от меня избавиться и сделать школу благородных девиц предательницы. Да как ты можешь так это думать? А вот так, ты значит самая умная, гордость школы. А ты спонсор школы, а ты поставляешь в Мариванне всякие кремики кому за 50. Да прекратите себе врать, Марья Ивановна, а ты, тебя просто все боятся. А я, кто я? Просто Афиногенов, беззащитный, слабенький, всеми брошенный, остался без своей комнаты. Так, девочки, надо Афиногенова спасать. Может его ударить? Точно, пощечину. Я видела, так приводят чувства. Умного и дебей. Да почему я? Да потому что умного только любовь спасет мир. Теперь меня хотят выгнать из собственного... Что тут происходит? Вот гадаем, кто положил слайм в твой рюкзак. Разгильдяев. Это он, мой друг. Он обо мне не забыл. Что он? Это он испачкал мой рюкзак. Остал привет для меня. Как круто. Я теперь даже и стирать не буду. Дружище, я знал, что ты обо мне не забудешь. А почему у меня щека болит? А это тебя умного успокаивало. В щеку поцеловала. Очень крепко поцеловала.